Всем доброе утро. Я сейчас немного говорю шепотом, потому что сейчас 5 утра, и у меня пост. Да, мусульманский. И я сейчас буду его закрывать. И всё. Каждый раз, Лэй, я вспомнил ту ночь, чтобы ты не забывала, какой день провела со мной. Я хотел здесь оставить тебя день, я думала тебе, мысли мои заставляют раздеть. Осталось 25 минут, чтобы тебя покушать и закрыть. Я, кстати, вчера пыталась накрутить чуть-чуть. Есть? Чуть-чуть. Сейчас. Короче, вчера мои волосы были более чем как идеально просто. Я не знаю, что с ними сегодня. Ну, если расчесать, то будет так же, как вчера. Так что я не расчесалась. Вот, проснулась, пришла, покушала. I know that you love him, yeah, I get it, darling. Yeah, I ain't gonna tell him, babe, I get it, darling. Yeah, you got a situation, stop sweating, darling. Yeah. Just cool, don't panic, darling. You ain't seen a gun in real life, but I brang it, darling. Yeah. Crushing up a tablet. Сказали, что тоник лучше наносить руками. Я вернусь с этой дамой, когда мы уже будем готовы. Уже собрались. Посмотрите на этот рассвет. Решила поменять верх. Выходим. И я стерла, потому что мне не нравится, как он выглядит. Мне так нравится. Вот эта дама придумала выйти через окно на английском. Ну, короче, вышли, было такое ржакое вообще, я сейчас ставлю. Ай! Вообще-то у нас должны были быть танцы, тренировки в 7. Но их, по-моему, отменили. Поэтому, да, все совпадает. Еще идем домой. Но 100%, ладно, 99% мы пойдем гулять. Да? Будет ее лучшая подруга, которую она не видела целых 10 дней, даже больше. Примерно не 15, да? Лежим, отдыхаем. Ребят, мы вот собрались и ходим гулять. Вот мой образ. Подойди. Это, короче, комплект и без рукавка. Мои волосы. Шикарно. Накрасилась немного, это ее образ. Поехали. Ее лучшая подруга подготовила и мне подарок. Капец. Неожиданно. А ну вот ей она была ей обязана подготовить. Потому что она не была с ней целых 15 дней. Не обязана? Вау!
чаще. Это как красиво. Чтобы еще красивее. А я сегодня стрелочки нарисовала. Я хочу. Нет. Что-то прям закрылось. Кусай. Ребятки, Карина, ее лучшая подруга, ушла, и мы сейчас пойдем убираться на кухне, потом мы переоденемся и, наверное, уже будем отдыхать, да? Mm-hmm. Я буду смотреть свой любимый сериал. Короче, сейчас всего лишь 9 вечера, и я очень устала, я смотрю второй сериал и засыпаю просто вот на глазах. И поэтому я пришла в комнату, она дальше смотрит. Я пришла в комнату, сейчас буду умываться. И лягу уже спать, наверное. Короче, я сейчас буду умываться и вернусь к вам. Я помыла лицо умывалкой, такой вот. Потом я помыла еще одну какую-то умывалку, очищающую кожу. И все. И все нанесла. А сейчас переход доснимем. Я уже буду с вами прощаться, потому что я уже сейчас буду ложиться спать, я очень сильно устал. Спасибо за просмотр, всех целую, всем пока.